В программу международного форума «Японская весна на Волге» вошли дни открытых дверей в федерациях единоборств. Наша съемочная группа сначала отправилась на мастер-класс по айкидо. Этим видом спорта занимается более 800 ульяновцев, 90% из них – дети. На мастер-классе тренеры работали с сотней подопечных. После трехдневного обучения участники курса пройдут аттестацию. Поскольку у нас японская весна, айкидо – традиционное японское боевое искусство, то айкидо, которое мы преподаем, это айкидо из Японии. Пока вот не произошла пандемия, наши инструкторы каждый год выезжали в Японию, во Всемирный центр айкидо, для повышения квалификации. То есть мы непосредственно сейчас работаем с внуком основателя айкидо Моритэру Исиба. То есть под его руководством, в том числе, мы занимаемся в Японии. И вот тоже те знания, которые мы получаем там, мы стараемся передать здесь. Джиу-джитсу в Ульяновске также имеет большую популярность. 500 человек постигают искусство борьбы под началом опытных наставников. Этим видом спорта занимаются и дети, и взрослые. Философия любых единоборств – это воспитание духа, прежде всего. И мы ничем не отличаемся. Здесь надо отметить то, что именно БЖЖ, как формат бразильского джиу-джитсу, внес огромную лепту не только в Ульяновской области, но и по всему миру, естественно, в России, как в целом, именно как демократичного общения друг с другом. Этим видом спорта также занимаются и люди с проблемами здоровья. Единоборство помогает чувствовать себя лучше и увереннее. В джиу-джитсу в почете дружбы и взаимопомощь. Тренер Роман Чечун приехал из Красногорска, чтобы поделиться своими наработками и поучиться самому. Роман оценил работу нашей федерации. Ну, в Ульяновске джиу-джитсу развивается, в принципе, неплохими темпами. Но я думаю, что есть куда расти, что джиу-джитсу набирает обороты с каждым годом. И тяжело угнаться, да, за лидерами, так скажем, городами, которые развиваются, такие как Москва, Санкт-Петербург. То есть в Ульяновске также набирает оборот. Джиу-джитсу, мы надеемся, что в скором времени станет олимпийским видом спорта. Про президентский вид спорта дзюдо мы тоже не забыли. Им занимается более 1500 ульяновцев. В Ульяновске в эти дни состоялся финал крупнейших в Приволжском федеральном округе детских соревнований по дзюдо. Они разделены на 4 этапа, которые проходили в Самаре, Оренбурге и Пензе. География участников охватила более 20 регионов. Один из этапов гран-при назвали в честь международного форума. Виктория Чиркова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.